Как уже обошлись другим бутлегерам? Подпольные цеха, в которых производят суррогатный алкоголь, в нашем регионе выявляют довольно часто. Тем самым, возможно, спасают жителей Иркутской области от тяжелых последствий. До сих пор на слуху трагическая история, связанная с отравлениями лосьоном «Боярышник», в составе которого вместо этанола оказался метанол. С начала этого года полиция уже изъяла из незаконного оборота свыше 300 тонн спиртсодержащей жидкости. Это алкогольные суррогаты, напитки с поддельными специальными марками, либо вовсе без них. Цифры прошлого года еще внушительнее. За весь 2017 в регионе изъято почти 900 тысяч литров спиртсодержащей жидкости, в том числе из 7 подпольных цехов, деятельность которых прекращена.